Ну, вы что, моряк? Привет. Слушай, а как ты относишься к гетеросексуалам? Фу, это что за... Мы такое не любим. Мы такое... Не Фу-фу-фу, понял. ты что? Ты лоялен к ним или нет? Я к ним, знаешь, ну, как говорится, штурвал, ты знаешь? Голландский такой, прям. Так, к чему это было сказано? Это было к тому, что, как бы, не знаю, капитан старшего юнги на корабле. Больше эмоций, больше, больше, давай. Ладно, все, забей. Да тут просто пацаны нормальные сидели, что-то петь не пели. Я им, давай-ка я тебе тоже ебану. Так, давай, давай, давай. Еба. Что, давай? Не, давай. Я думал, ты вообще парализованный. 300 это была гривен, минутка Игорь, славы. Дядь. Это была минутка славы. Это была минутка славы. Давай вот эту с короля и шута. А на холме стоит придурок из России и кричит. Давай. Я не... А, слышишь? Я поймаю тебя в сумку. Знаешь, не, бля, эту не знаю. Я знаю много песен Короля и Шута, эту не знаю. А кто тебя научил? А кто тебя научил так петь, как будто бы парализованный? У меня такая мимика. Я такой человек. Это не меня не учили. У меня такая от рождения. Понял. А сколько может тебе быть, лет? Это мой плюс. Или минус. Не думал об этом? Да мне похуй, бля. Я просто кайфово. Я делаю и кайфово. Я делаю, мне вот так кайфово делать. Я буду делать так, не кайфово. Мне а похуй делай, вообще. Делай. А ты похуй, да? А сколько ты мне дашь лет? А сколько ты мне дашь лет? Я бы тебя на тридцатку засадил бы, блядь, чтоб ты как Навальный сидел, гнил бы там. Сука, блядь. Красава нафиг. Заебал, блядь. Молодец. А сколько тебе лет? Ну я помоложе чуть-чуть буду. Помоложе, чем что? Помоложе, чем тридцатка чуть-чуть. А так нормально, а так нормально. Ну сколько? Какого ты года? Я? Нет, ты. Не скажу. Че? У тебя уже комплекс, блядь, средних лет? Да просто, лет? Блядь, да нет мне никакого 32 комплекса, года. Я нет. Смотрю, просто ты капитан бородатый меня расспрашиваешь, я думаю, блядь. Пиздец, нужно немного помолчать, перезагрузиться, подумать. Почему? Ты не уверен в себе? Боишься, что накинешься на меня? А я... Да ну нахуй, ты что, ебанулся, что ли, накидываться? А что? Это вообще дичь, потому что это дичь. Это дичь. А как ты относишься к гетеросексуалам? Братан, слышь, пожалуйста, давай не испортим наш с тобой диалог. Я просто не говори ничего. Вот то, что ты сейчас сказал, блядь, это дичь полная. Как ты относишься к гетеросексуалам, интересно твое мнение? Уёла. Ну как, блядь? Ну типа у них своя жизнь... Ну это гет... Погоди, стоямба. Гетеросексуалы... Ай, ты, блядь, придурок, сука. Гетеросексуалы это кто? Это те, которые, блядь... Это вот эти вот страшные, которыми вас пугают. Не, это которые в Таиланде, блядь, или кто, блядь? Ну как тебе, как тебе душа подсказывает? Как ты к гетеросексуалам относишься? Я понял тебя, братан. Да, блядь, ну, я как бы, блядь, меня чисто, знаешь, нейтрально. Ну, как они бы, тебя не трогают, и ты их не трогаешь, да? Послушай. Я нейтрально, но дома я бы у себя видеть их не хотел, вот. Я тебе так отвечу. Знаешь что, вот так вот. Ну, типа, блядь, знаешь, пизделей давать не буду сразу, но, блядь, думал, у меня нахуй не надо, и, ну, нахуй надо мне такая хуйня, блядь. Чтоб всё. Неповадно я было, вот правильно? Ну, да нахуй надо просто. Ну, блядь. Хорошо, ну, а ну, если у тебя родятся дети? У тебя такие вопросы, блядь? Если у тебя, подожди, я, если у тебя родятся дети, они будут расти, у них будут друзья, ты не будешь им разрешать с гетеросексуалами дружить? Хуя ты, блядь. Слушай, мои дети, когда у меня дети родятся,
Мои дети должны думать сами своей головой, блядь. Это во-первых. Ну, то есть ты не против будешь, правильно? Потому что я не то чтобы... Нет, Стоямба, ты просто неправильный вопрос задаешь. Ты задаешь вопрос издалека, на который, не, ну, я тебе так просто не отвечу, понимаешь? Могу я, не могу, блядь. Ну, ты меня понял. Давай будем дальше разговаривать. Конечно. Чем занимаешься? Ты с какого города? Я из города Днепр. Я с Мурманска, я с севера, у нас зима. Хочешь, тебе покажу? Покажи. Сейчас тебе покажу, блядь. Вон, блядь, тебе окно откроем. Вон у нас, блядь. Сейчас, я сейчас отодвину, блядь. Отодвину. Вон у нас, блядь, снег. У нас снег лежит, блядь, нахуй, блядь. Велом, блядь, все, блядь. И шо у вас к июню хотя бы снег уйдет? Ясен хуй уйдет. У нас вообще, блядь, нестандартная погода. У нас, блядь, снег, 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 снег. Хуяк, блядь, быстро лето, короче, понял? Это, блядь, жестко. А вообще, сколько хуяк. Месяцев быстро у вас лето? Короче, у нас, ну, просто, это знаешь, это смотря, что под летом ты подразумеваешь. Если ты ну, там, блядь, пляжи, погоду, на речку ходить. Нет, ты что, ебанулся, что ли? Нет, пляжи на речку ходить. Бля, и как попадет? И вот если попадет, заебись, то там, я не знаю, ну вот, давай не будем школьниками, там не будем 3 месяца. Бывает хорошая, блядь, я хуй его знает. Так ты на речку ходишь или нет? Я, ну, не, я хожу чисто, знаешь, посидеть так, но я покупаться так нахуй. Если покупаться, то в море, блядь, пушки. А в каком вот море ты купаешься? Лаптевых? На Азовское, в Черное море куда-нибудь туда. Блядь. Куда, куда туда? А так это. А ты сам живешь или с родаками? Не, я один живу. А где ты деньги берешь? Съемная хата? У меня даже жены нет, видишь? Если бы жена была бы, блядь, так не орал. Да если бы у тебя жена была, она бы у тебя уже полквартиры спиздила, и ты бы уже где-то в чулане сбухивался. Так, чё? И что ты вот это в одиночестве бухаешь, да? У тебя нет друзей? Почему? Да хуя. Мне завтра на работу. А я просто позадержался сегодня. Слышь, я просто сегодня чуть-чуть позадержался, вот, решил то, что, блядь, дай-ка, блядь, думаю. Я вообще сижу, мне тут этот товарищ, короче, на работе, понял, блядь, говорит, Антоха, я такую самогонку охуенную гоню. Вот, на тебе, братан, подгончик я, давай, все. Я, блядь, давай, ладно, чуть-чуть пробовал, думаю, блядь, вот сейчас сижу и думаю, реально, Димон, значит, самогонка охуенная. Mm-hmm. Понимаешь? А чем ты ее, запиваешь? Я ее не запиваю, я ее селедочкой закусил. Селедочкой? Вот этой. А сколько у вас селедочка стоит? Ой, не селедочкой, ну этой хуйней, сука, ебучей, блядь. Ты слышишь, вот мне знаешь, что не нравится? Ты вот меня... Давай нормально с тобой побазарим, ну, по темам, блядь. Просто ты со мной разговариваешь, как будто ты меня расспрашиваешь о чем-то постоянно. Как будто пытаешься зацепить. Я это чувствую. Чем тебя зацепить, я пытаюсь? Не знаю. Ты раз со мной разговариваешь так, как будто ты меня пытаешься чем-то зацепить. Это у тебя просто, это, фобия какая-то. Да. Я говорю, это у тебя фобия просто какая-то. Тебе кажется, что с тебя люди гонят. Погоди, секунду. Мне моя девочка написала, я ей отвечу. Да у тебя нету девочки. Подожди, нихуя, нет, потом ответишь, блядь. Ничего с ней не случится. Да, нет, она, или ты, блядь, думаешь, девочка, что давай, она сейчас побежит подожди. Ебаться с кем-то другим? 22 секунды. Нихуя, я сразу переключаю. Секунды, я сразу братан, переключаю. Братан! Да мне, блядь, братан, 22 я секунды. Я сейчас переключаю сразу. Ты смотри на него, блядь, 22 секунды. Ты относишься к гетеросексуалам, можно узнать? Ой, если ты про социальный отчет, блин, опрос социальный, ну, блин, да? Как ты относишься к гетеросексуалам? Нет, есть инь и янь. Есть мужчина и женщина. Все. Все. Для меня это, блядь, все категорично. Женщина существует, как и сука в природе, понимаешь? Есть кобель, есть сука, блядь. Угу. Все. Все. Мне больше. Вот просто-напросто. Это все, блядь, понимаешь, это все.
раньше существовала, блядь, статья за мужеловство, блядь. Правильно, блядь, садили. Правильно то садили. То есть нельзя, блядь, было мужиков в Советском ловить, Союзе, да, отрицательно. Категорически ноль, блядь. Ноль. Отрицательно. То есть ты не лояльна к гетеросексуалам. Вообще, я их презираю, блядь. Я их презираю, блядь. Привет. Привет, привет. Слушай, а как ты относишься к гетеросексуалам? Переведи. К гетеросексуалам как ты относишься? Переведи, как кто это такие гетеросексуалы? Ну ты что? Не знаешь, кто такие гетеросексуалы? Вы ж, блядь, против европейских ценностей и всего остального. Не, я против пидорасов. Ну так я ж тебя и спрашиваю, как ты относишься против гетеросексуалов? К гетеросексуалам как относишься? Привет. О, здорово, не понял, у тебя вид такой. Слушай, а как ты относишься к гетеросексуалам? Охуительно, блядь. Я представитель гетеросексуала, чтобы... Здорово. Слушай, а как ты относишься к гетеросексуалам? Я даже не знаю, кто это. Ну, в смысле, ты не знаешь. Гетеросексуалы, как ты к ним относишься? Ну, объясни мне, кто это? Привет. Привет. Слушай, как ты относишься к гетеросексуалам? Какая разница, как я к чему отношусь? Ну, мне очень интересно. Интересно. Салют. Слушай, а можно вопрос? Как ты относишься к гетеросексуалам? Да их не дело, пусть занимаются чем хотят. Ну ты нейтрален, ты лоялен к ним? Я вообще к ним не отношусь, пусть занимаются чем хотят, только не надо, ну как бы, афишировать. Они тебе не мешают, и ты им не мешаешь, правильно? Да пусть ебутся как хотят. Понял тебя. Блять. Ай, сука. Привет. Ух ты, Байрактар. Капитан Байрактар. Слушай, у меня к тебе вопрос. А как ты относишься к гетеросексуалам? Можно узнать? Гетеросексуалам нейтральненько. Я их не вижу, они мне не мешают. Все. Понял тебя. Ай, гетер. Блять, ебать, мы сейчас нарезочку сделаем. О, привет. Привет. О, здорово, здорово. Как там, нормально? Слушай, у меня к тебе вопрос. Как ты относишься к гетеросексуалам? Я лично негативно. Почему? Почему? Ну, мне это как бы не нравится. Ты не хотел бы себе друзей гетеросексуалов? Я натурал, и натуралом сдохну. Это ты правда. Вот это ты правда. Бля, они, походу, все недоразвитые. Ебануться, они прикалываются. Еще одна нарезочка, блядь. Сейчас мы целое комбо, блядь, соберем-то.